Сегодня красноярские владельцы павильонов вышли на митинг. Они недовольны новым постановлением городской администрации, по которому им придется платить не только за аренду земли под их павильонами, но и за право заключать сам договор аренды. По противодействию целенаправленному уничтожению малого бизнеса в России объявляю открытым. Предприниматели называют сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Столько им теперь придется выложить, чтобы продлить договор. Точных сумм, конечно, никто называть не может, как и объяснить механизм их расчета. Интересно, что прокуратура уже направила протест по этому постановлению в горсовет. Но отменять митинг организаторы не стали. Видимо, чтобы все-таки выразить возмущение. Они считают, что и без этого постановления с ларьками в городе было все хорошо. Ну, Акбулатов говорит, что он хочет, чтобы не было коррупции. Я не знаю, кто все-таки такое мнение довел до главы города, что предприниматели дают взятку. Неправда это все, предприниматели не дают взятки. Добавим, что к митингующим никто из представителей власти не вышел. В городской администрации заявили, вчера мэр Акбулатов лично встречался с этими представителями, долго вел с ними переговоры, и стороны, в принципе, договорились.